Всем привет. Ой, сейчас я пока что начну играть одна, потом должен будет Зен еще присоединиться, если что. Так, ой, рядом с нами кто-то большой. Это мятежник, ой, господи. Да. Сейчас вы сейчас смотрите, как играть. Это был рядом с нами сейчас мятежник. Я просто ник пыталась прочитать, если что. Потом я так сильно тупила. Так, где он? Где-то это был, но я не уверена. 450 тысяч у него, ничего себе. Это сейчас было неожиданно, он сам в меня влетел. Так, ладно, посмотрим, что будет дальше. Вот, искру объявили. Нифига себе, как далеко успел бежать. Такое. Так, надеюсь, лагать не будет, прям как сейчас лагает. Ай. Ладно, я пока что играю одна, без друзей. Ничего страшного. Игра. Я тебя не понял сейчас. Ты что вылетаешь у меня? Вроде у меня ничего не подключено такого лишнего. Не понял вообще, ладно. Пробуем еще раз. А, что, реально все это время играла? Ладно. Скандалит просто. Я не понимаю, что с ним происходит уже не первый раз. Какая-то фигня такая. Искра где? Искра там. Идем на искру, все. Ой, иску говорю, и риску, потом, извиняюсь. Ой, я русский, он на шестом месте. Немножко заработаем очков. О, и риску убили. Жалко. А что все такие большие рядом со мной? Сейчас мне, пожалуйста. Я в чем? О, привет. Я что, в логово больших попала? Что происходит? Я сейчас сюда пошла. Живи, пожалуйста, ястр. Прошу тебя. Живи. Не надо со мной ходить, потому что я очень тупая, совершаю очень глупые ошибки. Логан. Вот это сейчас это... Я не помню. Короче, что произошло. Жизнь меня вообще ничему не учит, но как бы это нормально, это я вообще ничего не меняю. Ладно, так, собрались, все, спокойно. Чуть не умерла. Нормально. Играем нормально, сосредоточились, просто идем поближе к топу. Котик, ты вообще, это, вот вроде бы, да? Или у меня уже совсем кукуха поехала. Вот это замечательно. Друзья, вы где? Ясно. Сейчас я вам к вам приду. Чего вы там делаете? Я такой вопрос. Люблю богиню! Молодец, кажется, что первое место смогла. Занять конь Юли. Похоже, на ник немножко отличается, но может быть это тот старый наш конь Юли. Не знаю. Но его часто вижу. Если это он. Ой, люблю богиню. Ой. Кто меня убился из ваших? Извините, пожалуйста, я не хотела. Люди, простите, пожалуйста, я не хотела вас вообще тревожить и делать, я просто шла к своим. Окей, я вам буду помогать, на мне сидит сейчас какая-то маленькая бактерия, вот эта вот, которая у меня очки жрет. Но это не суть, важно, короче. Вот, да. Я как этих насекомых не называю, число. Постоянно забываю, как они называются. Да? Нет, Пунт, живи, да? Путин, господи, Пунт, я прошу. Путин, живи, пожалуйста. Угу. Мне тоже так умеет делать, жить. Просто. Да блин, давайте нахуй все. Все. А, вот. Мы просто все сейчас друг от друга будем убиваться, потому что мы не понимаем, где кто вообще, что происходит. Хулиганка, я к тебе. Ой, на кромке степь сюда. Спасибо. Нет! Что? В этом мире происходит? Объясните мне, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Помогите.
Вот это сейчас было красиво. Вот это сейчас было красиво. Все ради этого момента. Молодец, кто это сделал. Это сделал хулиганка вообще. Умнички, просто. Из-за этих моментов я должна просто занять... Ну, кто-то из нас должен быть королем, потому что это должно попасть в видео точно. Меньше 3 недели, больше действовать. Я уже поняла просто. Да. Угу. Только действовать я не умею, но не важно. Трындеть это да, а вот действовать нормально нет. Кто-то с воды вышел, мне это не нравится. О, это Ишим! Ишим, привет! Ки. Да, это ты? Я не ошиблась. Что за люди такие, блин? А, тут хулиганка, да? Кунью. На первом, на втором. Ишим, это ты, да, нет? Или мне кажется? Или у меня уже глаза двоится? Да, блин, ну что вы все одинаковые такие? Ну почему вы этом скинуты играете? Ну, люди, ну пожалуйста, не путайте меня. Вы так видите, то, что сегодня как бы, ну, у меня все плохо. Совсем плохо. Я не могу нормально играть. Это плохо очень. Сдох. Спасибо. А, не в обид назван. Просто, да, просто уже эмоции, все. Не убиваемся друг от друга, пожалуйста. Вот считайте, что мы как бы, ну, вместе играем, но при этом не особо. Да, что я сейчас сказала? Ладно. Хорош. Молодец. Я сейчас не понял, ты кого это решила здесь подрезать? Что-то это, пустил момент. Что сейчас было? Простите мне, пожалуйста, что сейчас было? Приветик. Я не понимаю, что происходит. Нет, нет, не надо, пожалуйста. Спасибо большое, я благодарна тебе. Что с камерой мне сегодня? Чё? Что такая опущенная? Камера очень опущенная, да. Это я сказала, конечно. Камера очень сильно опущенная. Все, давайте жить дружно, да? Спасибо. Так, 23 тысячи. Не густо, не хорошо. Плохо, ужасно. Мне не нравится, я против. Не убивайте. Спасибо. Спасибо! Ты еще мимо нажал, да? Конечно, мы. Что ты здесь делаешь? Что-то не получится. А где те? А где все? А где... Вы мне путаете скинами, блин, люди. Я не забываю, с кем я играла только что, блин. ТП. Не путаемся. Я уже запуталась. Ладно. Просто пойдемте. Первым, все. Я к первому, до свидания. Самоадекватность. Это точно никому не... Как я сегодня еще живу? Объясните мне, пожалуйста. Я же настолько сейчас тупая, это ж вообще. Просто как лох играю. Можно я хотя бы вот сейчас что-нибудь нормальное сделаю, иначе я все. Я все буду. А-а-а! Ты первый, что ли? Нет, что? Это кто? Конь? Конь? Да, это конь? Это конь! Это конь! Офигеть, я объясняю! Мое объяснение стопэ. Это первый? Или я тупая? Это первый, да, но это, ну, типа, не мятежник, который, короче. Я даже не туда немножко смотрела. О, Айк! Ух ты ж, какая хорошая добыча. Айк, нормально, привет, по кайфу. Нифига себе. Я офигею, если мы кого-то из них убьем. Ну, типа, Айка там, вот этого, вот, который на первом. Я офигею, я буду в офиге просто. А буду сейчас его вообще. Ну, Айк вряд ли убьется, потому что он ходит по кругу очень аккуратно, 3 круга и т.д.
Так вот. Не умирайте, пожалуйста. Люди, как я сейчас могу? Да, я знаю. Я уже играю. Можешь присоединяться, мы сейчас у первого кружимся, если что. А, кстати, моего друга убили, походу, уже точно с концами. Он один остался. По кайфу вообще. Так, камера, не уезжай, пожалуйста. Вот что происходит с камерой? Ай, вот это вот, вот. Молодцы! Вы проходик сделали. Хорош, ребятки. Вы чё окружили? О, хорош, мы окружили первого. Замечательно. Можете не кричать, пожалуйста? Я окружила первого, ну пожалуйста. У меня запись идет, я такого больше не повторю. Я первого окружила с командой, мне помогли. Смотри, заходи, ты в камеру не попадешь. Мы первого окружили. Это первый внутри нас. Ты делай круг побольше, а друзья пусть его зажимают. Хорош, о, спасибо, давай к ногам. Как освободишься? А, да, подожди. Да-да-да. Спасибо за идею, кстати, да. Это офигенно будет видео. Просто. Первым окружить, это впервые в истории моей. Так, да, друзья, давайте. Вы, короче, его окружайте, а я пытаюсь сделать как побольше и не умереть. Ну, потому что умереть я обычно больше всего умею. Лучше всего делать. Хотя нас тоже могут окружить. Это проблема, уже будет небольшая. Нас сейчас окружат. У нас будет двойной круг, да? Угу. Тройной, точнее. Все, хорош, 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 хорош. Давайте я делаю круг побольше, а вы мешаете. Все замечательно. Просто это божественно. Мне оставьте только чуть-чуть, пожалуйста, ребят. Ну, спасибо вам огромное. Мне хотя бы капельку отчепнить. У меня 131 тысяча. Фига себе. Пока я вспомнила, я хочу вам предложить идею о том, чтобы как-нибудь разнообразить видео. Я предлагаю, чтобы я с некоторыми игроками сыграла по Дискорду, по звонку, чтобы мы друг друга все слышали, и что ваши голоса тоже будут записаны в видео. И я думаю, что так будет веселее, если честно. Вот. И если вы не против, то вы можете мне в Little написать. И я там некоторым людям попробую тоже написать. У меня есть VIP еще один день будет действовать. Там дальше я не знаю. И поэтому, если вы не против этой идеи, то я не против с вами попробовать так сыграть. Правда, сейчас мне нужно только 4 человека, чтобы команда была. Если вам зайдут такие видео, то я буду по очереди менять разных игроков, чтобы, ну, каждый мог попасть в видео, сыграть. То есть... Так, извиняюсь, у меня VIP, все замечательно. Я извиняюсь, у меня сейчас просто камера отключилась, надо было срочно вот разобраться с этим, из-за этого я умерла очень тупо. Знаю.